Стартовал прием заявок для участия в ежегодном молодежном управленческом форуме «Алтай. Территория развития». До середины мая все желающие могут пройти регистрацию через информационную систему «Молодежь России». Конкурсная комиссия выберет лучшие портфолио и работы, авторы которых отправятся на форум. В этом году АТР пройдет с 9 по 14 июня на территории Сибирского подворья. Главная задача, по мнению организаторов, сформировать мощную команду молодых и талантливых управленцев для повышения качества жизни и социально-экономического развития Сибири. В этом году на форуме будут работать 20 образовательных площадок по 14 направлениям. Подробнее об этом и не только можно узнать на официальном сайте форума.